Всем привет! Сегодня на распаковке зарядка, называется Венинге, покупалась в Икее. Заряжает она аккумуляторы формата 2А-3А, заряжает два аккумулятора одновременно. У нее два отдельных зарядных канала, и на каждый канал идет свой датчик, который показывает уровень заряда, ошибки. Если вы поставили, допустим, не аккумуляторную батарею, а обычную батарейку, он будет показывать, датчик будет показывать, что вы поставили неправильный аккумулятор. И если, допустим, если аккумулятор вышел из строя, то он также будет показывать, что это не рабочий аккумулятор. Давайте посмотрим. В комплекте идет мануал. Все языки. Так, здесь у нас показано время заряда аккумуляторов. Если, например, аккумулятор формата АА 1000 миллиамперный, то примерное время зарядки 5 часов. Так же самое, если это 3А и 500 миллиампер емкость, тоже 5 часов. Если 2500 миллиампер формата А2А, то 12 часов. Если 900 миллиампер формата 3А, то 9 часов. Ну, скажем так, не быстрая зарядка. Мы будем надеяться, что качество европейское в данном случае сыграет свою положительную роль. В коробке ничего нету. Здесь идет сама зарядка. Как видите, можно одновременно заряжать 3А формат и чуть выше, если ставить 2А формат. Здесь у нас, если будет видно, характеристики. Входной ток 5 вольт, пол ампера, выходной ток 1,4 вольта на 0,22 ампера, это формат 2, и 1,4 вольта 0,11 ампера, если 3А формат. Ну, как я сказал, зарядка не быстрая. Для этого я еще покупал аккумуляторы. То же самое IKEA. Если смотреть, то этот аккумулятор емкостью 1000 миллиампер. Что значит, что я эти два аккумулятора буду заряжать 5 часов. Давайте посмотрим. Тестер. Будем подключим. Сегодня аккумулятору. Так, как видите, загорелся диодик, который означает, что происходит зарядка. Бросим. Как вы видите, если видите, да, зарядный ток у нас 5 вольт, 13, 0,23 ампера, скачет до 0,4. Хотя у нас здесь написано, что батарейки, что аккумулятор формата 2 заряжается при 0,22 ампера. Ну, в принципе, не врут. Скачки выше — это не так плохо, как скачки ниже. Наоборот, даже чуть-чуть быстрее процесс зарядки. Хотя не знаю, конечно, как скачки сказываются на саму батарею.
хотите, ищите в интернете. Эти аккумуляторы, в принципе, полностью разряженные. Я их могу зарядить до 100% и показать, за сколько они зарядятся и сколько будет потреблено миллиампер часов. Мы это пока положим в сторону. Когда зарядится, я еще раз вам покажу. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!